В Дзержинском районе Новосибирска из-за порыва трубы сегодня утром вода из подземной коммуникации вырвалась на поверхность, затопила несколько улиц. Реки, по словам очевидцев, текли недолго. Сегодня морозы. Через несколько часов там образовалась ледяная корка. С места ЧП Екатерина Новгородцева. Сегодня на одной из улиц Новосибирска к осадкам снежным добавились водяные. Правда, не с неба, а из трубы, которую прорвало возле одного из домов по улице Бориса Богаткова. Местные жители заметили воду на улице около 8 утра. Тотчас же обратились в горводоканал. Основная часть воды пошла на проезжую часть улицы Федосеева. Дом Бориса Богаткова 185 находится чуть выше по склону. Трубу возле него прорвало еще рано утром. Ручьи до сих пор стекают вниз, прямо к школе. Рядом проходит пешеходная дорожка. Правда, к ночи она, вероятно, превратится в каток. Вода пошла из колодцев, заходила во дворы, в некоторых местах почти дошла до подъездов. По предварительной оценке, авария произошла на чугунной трубе диаметром 150 миллиметров. Сейчас на месте ЧП работают коммунальщики, а дорогу расчищают тракторы. Ну, утром, когда я привез ребенка в школу, здесь было более интенсивно, скажем так, вот эти водные потоки с паром, вот это все. То есть тут такое вообще плохое место, сами видите, и снег плохо убирают, и прорывает тут периодически. Задвижки уже перекрыли, воду, которая попала в колодцы, откачивает спецтехника. Из-за аварии от холодного водоснабжения отключат 6 многоэтажек. Для жителей обещают организовать подвоз воды. После 8 вечера начнут раскопки, чтобы найти место порыва. Устранить ЧП должны в течение суток. Екатерина Новгородцева, Андрей Руднев, Новости ОТС.